Два пожара одновременно вспыхнули сегодня в Новосибирске. Сначала над центром города поднялся столб дыма из-за того, что загорелось пустое здание Дома офицеров в 17-м военном городке. Причина пожара неизвестна. Кстати, это уже второй пожар в этом здании за последние месяцы. Через несколько минут загорелись гаражи на улице Фабричной. Пламя едва не перекинулось на жилой дом. Еще до приезда пожарных люди сами начали спасать машины из загоревшихся гаражей. Часть эвакуировали на тросе, часть и вовсе оттаскивали вручную. Пытались самостоятельно потушить пламя, но огонь распространялся слишком быстро. Металлические гаражи и деревянные сараи вспыхивали одни за другим. В одном из них оказалось несколько газовых баллонов, которые вовремя успели достать. Задымился деревянный столб электропередач, от жара полопались оконные стекла на первом этаже. Начал плавиться сайдинг на фасаде жилого дома. Сами выбегали, наоборот, кричали всех. Мужчин еще искала, чтобы машины отодвигали отсюда. 3 раза вызывала я пожарную. Но смотрю, одна приехала, не поливает ничего. Воды не было из-за неисправности сразу 2 колонок рядом с домом. Пожарным пришлось несколько раз ездить заправлять цистерны водой. Затем в 300 метрах от очага возгорания обнаружили исправный пожарный гидрант. Протянули рукав. Пожарному автомобилю то количество воды, которое есть, хватает достаточно на небольшое количество времени. И нам необходим наружный источник водоснабжения. Тушение осложнялось и увеличилось время для ликвидации пожара. На улицу со шлангами в руках вышли местные жители. А как? Надо спасать дом. Накалилось, а он вверх не лежит. Облетели сайдинг. Машину боялись, что подгорит. Тоже поливали. Пожарников поливали. Хотелось бы скорее потушить. Теперь люди гадают, почему произошел пожар. Подозревают, что за гаражами что-то поджигали дети. И начинают подсчитывать ущерб. У кого-то в гараже хранилась мебель, у кого-то машина. Вот обгоревший корпус одной из них. Марку уже не разобрать. Павел Тиунов, Мария Черешнева, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск.